Всем привет! В Советском Союзе мальчишки и девчонки, а также их родители, ходили в походы пустыми, потому что на рынке в Советском Союзе товаров для походов особо не было. Они брали с собой максимум котелок и одеяло или покрывало для того, чтобы отдыхать, чтобы в попу холода не было. Но в 2020 году, в 2020, на рынке много различных товаров для комфортного отдыха на природе. И сегодня я покажу вам три таких от компании BRS. Фирма у нас не китайская, фирма продается в России и в Украине. И для начала мы рассмотрим вот такой вот походный набор посуды. А также вот такой вот стульчик, который находится здесь, и походный столик. Приятного просмотра! Я думаю, эти товары будут интересны. Что скажете? Итак, набор посуды – вещь, незаменимая при длительном отдыхе на природе. Данный набор включает в себя 4 емкости, половник, ложку и губку для мытья посуды. Есть также чехол для хранения и переноса изделий. Очень удобный комплект для туристических целей. Сюда вошли 2 кастрюльки, котелок, а также сковородка. Все эти предметы могут быть компактно сложены один в один и не будут занимать много места в рюкзаке. Комплект поможет сделать процесс кулинарии на природе более простым и быстрым. Рукояти посуды могут запросто складываться, что способствует еще большему удобству. Комплект отлично адаптирован для эксплуатации в полевых условиях. Для изготовления изделий применяли огнестойкий пластик и алюминий. Благодаря этому посуда получилась прочной и устойчивой к внешним воздействиям. Объем изделий составляет 2250 мл, 1300 мл, 950 мл и 800 мл. Общий вес набора 1,5 кг. Габариты упаковки такие: 20,3 см на 15 на 23 см. Компактные и удобные изделия оптимальны для использования в туристической деятельности. Они прочные, защищены от внешних факторов и износостойкие. При готовке на сковородке все жарится очень быстро, просто и при использовании минимум масла. Как же отдыхать на природе без стульчика? Если у вас нет его, то можете присмотреть такой раскладной походный вариант. Компактный складной стул оптимален для применения в туристической деятельности. Очень быстро и легко складывается и раскладывается. Он удобен, в сложенном виде не займет много места. Устойчив и надежная конструкция. Эта модель замечательно подойдет для туристов, которые путешествуют в одиночку, для рыбаков и охотников. В наборе предусмотрен чехол для комфортного хранения и переноса изделий. В состав данной модели вошел авиационный алюминий. Это обеспечило складному стулу такую прочность и защищенность от внешних факторов. Изделие рассчитано на длительный срок службы. Также использовали ткань Оксфорд. Габариты модели в сложенном виде составляют 30 на 6 и на 6 сантиметров. Весит стульчик 400 грамм. Походный стул обеспечит вам удобный уровень уюта, и пребывание на природе не будет более ассоциироваться с неудобствами, либо какими-то ограничениями. Его легко хранить, быстро и просто раскладывать и приятно использовать. Какой вес выдержит стул, не указано, но мой друг весом немного больше 80 кг садился на него без проблем, и стул с легкостью выдержал его вес, и мне кажется, выдержит вес и побольше. Ну и складной походный столик, думаю, не помешает на рыбалке, охоте и просто у речки пригодится. Он очень компактных размеров, легок по весу, довольно просто устанавливается.
У вас уйдет не более одной минуты на то, чтобы собрать и разобрать данный стол. Это замечательное решение для туристов, что путешествуют в одиночку, для рыбаков и охотников. Можно его также использовать и в различных других целях. Здесь в конструкции предусмотрены два боковых кармана, куда вы можете поместить различные мелкие предметы, что опять же весьма удобно в условиях похода или вылазки. Сама конструкция стала достаточно простая и надежная. Встроенная арматурная доска, продуманный дизайн. Не нужно беспокоиться о том, что скатерть будет скользить. Кроме того, данный стол очень устойчив, адаптирован к рельефу поверхности, который в дикой природе может представлять проблему. Надежная фиксация, модель крепкая и защищенная от повреждений. В качестве материалов использовали авиационный алюминий, отличающийся высокой прочностью, а также ткань Оксфорд. Качественные компоненты в составе изделия обеспечивают ему долгий срок службы и износостойкость. В наборе есть чехол для удобства хранения и транспортировки. Размеры модели составляют 55,5 на 6,5 см. Вот такие у нас были сегодня интересные товары для отдыха на природе, для похода и даже для рыбалочки, для, не знаю, где вы там гуляете на природе. Я думаю, что столик, стульчик и вот такой вот набор посуды, ну, точно пригодится, если у вас такого нету. Ну, конечно, если вас устраивает цена. Ссылки будут в описании. Ну, мне лично понравилось. Я хоть не так и часто выхожу в походы, но у меня уже все это есть. Ну, с чем ходить на походы, я уже вряд ли буду с голыми пустыми руками ходить. И уже больше мотивации, так сказать, выходить куда-то отдыхать на природе. Пишите в комментариях, что вы думаете про данные наборы посуды, про данный столик и про стульчик. Столик, я, честно говоря, думал, что будет изначально побольше, но думал, что он будет хлипче. А столик такой, я вам скажу, прям нормальный, прям он уверенно стоит. И если по нему не прыгать, то он не развалится ни в каких условиях. Также посуда, не знаю, человек, наверное, 4-5, то есть маленькая семья в небольшом походе, я думаю, сможет наесться без проблем. Пишите также в комментариях, возможно, у вас есть такие или подобные наборы посуды, стульчик и столик. А может быть, у вас в Советском Союзе такое было, и вы скажете сейчас, что «Тьфу, так они в Советсовке были, вон, по 3 рубля за 10 штук, и что ты нам тут городишь?» Все возможно. Обязательно, кстати, переходи на мой второй канал, я там делаю классные самоделки. Возможно, тебе понравится. Ну и увидимся. Пока.